Матч неплохой, это все-таки дерби, тут легких игр не бывает. Было тяжело, но мы справились. И я считаю, хорошо сыграли. И тренерский штаб нам рассказал, как надо действовать, указал на сильные и слабые стороны соперника. Мы вроде неплохо выглядели, забили, где-то взяли мяч под свой контроль и довели до логического завершения этой игры. Сегодня ты не праздновал гол, а славил этот матч, особенный для тебя? Ну да, это... Команда не чужая мне, я здесь провел неплохие свои годы в футбольной карьере, я очень хорошо знаком с тренерским штабом, с некоторыми футболистами, даже с некоторыми болельщиками, поэтому я принял для себя решение не праздновать уже, это происходит несколько раз, поэтому не могу, не позволяет совесть, так вот, уважительно отношусь к этой команде, к этому городу. Сегодня было много борьбы на поле. Насколько было тяжело вот в таких условиях играть? Ну, это по-другому никак. Это дерби все-таки. Тут каждый хотел выиграть. И у нас тренерский штаб сразу сказал, что легкой прогулки здесь не будет. Здесь будет каждый биться за эти 3 очка, потому что они нужны. Потому что мы находимся, во-первых, в турнирной таблице на почти одинаковых позициях. И каждому надо было идти вверх, чтобы не отрываться от тотализирующей группы, что мы, в принципе, и сделали.